анекдот, анекдот. Пошлый анекдот. Короче, поэтому не смотрите те, кто сейчас будет вонять. Да. Девушка приходит к доктору и говорит: доктор, у меня проблема. Доктор говорит: какая? Ну, гинекологу. Она приходит и говорит: доктор, ну вот я каждое утро у себя, извините, в писечке нахожу почтовую марку. Он говорит: как так? Он говорит: не знаю, вдруг кто узнает меня, там почтой начнут называть. Он говорит: ну давайте посмотрим. Он говорит: вы с утра? Нет, с утра еще, говорит, не смотрела. Ну, раздевайтесь. Он раз туда залазит, такой, действительно что-то есть, такой достает и говорит: девушка, ну это не почтовая марка, это этикетка от банана, а вам не ко мне, вам к окулисту. Смотрите, какой у меня есть, извините за пошлый анекдот, это серия пошлых анекдотов. Это индустриальный музей, я обязательно о всем об этом расскажу. Вот. Анекдот от баклажана, ба-ба-ба-ба. Анекдот от баклажана, вау-вау-вау. Анекдот от баклажана, yeah. Анекдот от баклажана, баклажана. Спасибо вам огромное, Вячеслав Мясников, сегодня и всегда. Спасибо за все, за чувство юмора и удивительную улыбку. Классный канал.